Жену участника СВО с Международным женским днем поздравила «Единая Россия» и «Молодая гвардия». Слова благодарности выразила заместитель председателя Совета депутатов городского округа Щелково Мария Баева. С началом специальной военной операции активная деятельность развернулась не только на фронте. Пока мужчины воюют, женщины оказывают поддержку в тылу. Анна Андреева, жена участника СВО, вместе с теми, кто ждет возвращения домой самых близких из зоны проведения спецоперации, плетет маскировочные сети. В единстве и сплочении наша сила. У всех рано или поздно опускаются руки. Даже у меня, я далеко не эталон, бывают моменты, когда совсем нету сил. А вот именно когда мы рядом друг с другом, просто позвонить, просто встретиться, просто даже попить чая, и вот взаимовыручка, взаимоподдержка, она очень важна и очень ценна, понимать, что ты не один. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.